2 сентября отмечается День образования патрульно-постовой службы в системе МВД. На плацу перед зданием управления МВД России по Одинцовскому городскому округу состоялось торжественное поздравление сотрудников. Исполняющий обязанности начальника управления полковник полиции Иван Канайкин поблагодарил полицейских за труд, мужество и самоотверженность. Пожелал здоровья, успехов, а также вручил отличившимся почетные грамоты и благодарственные письма.